Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я бы хотел провести социальный эксперимент. Вот мне уже кто-то кидает трейд. Отлично. Но пока что не будем принимать. А значит, сегодня я хочу проверить игроков на доброту и щедрость. То есть будем в чат писать «дайте мне питомца», «я нуб» и так далее. А естественно, кто будет давать питомцев более-менее сильных, тому я буду давать два вот таких радужных аксолотля. Это самые сильные радужные питомцы на данный момент в игре. А также хотел бы подвести итоги на вот этого вот питомца. В прошлом видеоролике я его разыгрывал. Победителя сейчас вы можете увидеть на экране. Поздравляю. Чтобы забрать свой приз, напиши мне в личные сообщения в Дискорде. Также ссылочка на Дискорд есть в описании. Кто хочет, можете присоединяться. И в этом видеоролике я бы хотел уже разыграть не одного такого питомца, а целых два. То есть будет одно призовое место на два вот таких самых сильных питомца из Dark Materia, мифики. Для этого, как обычно, нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать любой комментарий. Чем больше комментариев, тем больше шанс будет выиграть. Всем желаю удачи. Ну что ж, давайте приступим. Значит, пишем в чат. Дайте пэта. Все, ждем, пока кинет трейд кто-нибудь. Может быть, я даже сейчас неправильно написал. Всем будет все равно. Давайте напишу по-другому. Я нуб. Дайте ПЖ пэта. Смотрим, ждем. Будем надеяться, то, что кто-то трейд кинет. Тут, кстати, есть один игрок с двумя хьюджами. Прикольно. Это самые новые хьюдж питомцы. Так, ну, в итоге, пока что трейд никто не кидает. Давайте ждем. Скорее всего, видеоролик я буду немножко проматывать, чтобы вас долго не томить. Потому что трейд, как я понимаю, будут кидать очень долго. Сейчас, когда кто-то кинет трейд, мы сразу его примем. Так, отлично, мне кто-то уже кинул трейд. Давайте принимаем, смотрим, дадут ли мне питомца или нет бесплатного. Давайте принимаем. И что в итоге, примет, нет, как думаете? Что-то мне подсказывает то, что все-таки он не отдаст питомцев. Давайте подождем чуть-чуть. Так, в чате он пишет то, что дает за гемы. Ага, ну, понятно. В принципе, я не удивлен. Питомца особо не дают, даже самого слабого. А еще раз он трейд кидает, давайте примем. Посмотрим, может быть, в этот раз какого-нибудь даст. Да ладно. Лол. Ну-ка. Ага, отклонил. Как я понял, он прикалываться стал, да? Давайте примем еще раз. Так, и... Он реально его дал. Нифига себе. Круто. Сейчас напишем в чат. Спасибо. У меня есть для тебя подарок. Все отлично. Он, кстати, русский. Это вдвойне лучше. Так, ищем, значит, его в трейде. Кидаем ему трейд. Это же он. Да, это он. Все отлично. И за его доброту отдаем два вот таких питомца. Так, все отлично. Питомцы улетели. Получается, первый игрок прошел проверку. Сначала он мне кинул три питомца, потом в итоге отказался и написал гемы. А во втором трейде уже дал одного питомца. Это очень круто. Так, мне еще кто-то кидает трейд. Давайте принимаем. Дадут мне еще какого-нибудь питомца или нет. Принимаем. Ну-ка. Момент истины. Да, все отлично. Мне дали еще одного питомца. Круто. Блин, к сожалению, я ник не запомнил его. Вот это плохо. Что ж делать? Так, подождите. Ник у него был, по-моему, вот такой, если не ошибаюсь, вроде бы. Или другой. Помню то, что был длинный ник. Вот жалко, я сразу не запомнил.
Так, ладно, давайте я сейчас быстренько тогда посмотрю, кто мне дал пэта, и дам ему пэтов за его доброту. Все, посмотрел его ник, значит, ищем его в трейде. Надеюсь, он уже еще не вышел. Да, он не вышел, все, кидаем ему трейд. Вот, это он. И даем ему два вот таких питомца. Все отлично. Еще два питомца улетают. Получается, это второй игрок в подряд, который проходит проверку. Так, снимаем, значит, этих пэтов. А, мне еще кто-то кидает трейд. Нифига себе, давайте принимаем. Смотрим, даст ли он мне питомцев или нет. Ну, кстати, у него жесткие питомцы. Очень сильные. Посмотрим, даст ли мне он их или нет. Хотя бы одного. Если даже одного даст, это будет очень круто. Так, проверяем. Нифига себе, в итоге он дал их. Это, кстати, довольно сильные питомцы. То есть он не пожалел довольно сильных пэтов и отдал мне их. Это очень круто. Они намного сильнее, чем вот эти вот два пэта. А, ладно, давайте ему тогда сделаем подарочек тоже. Сейчас я найду его ник, кто мне кидал трейд. И отправим ему еще два дополнительных питомца за то, что он мне отдал своих. Все, я опять посмотрел, кто мне дал этих питомцев. Просто что-то забываю запоминать ник. Ну ладно, в принципе, это не суть. Вот он мне дал этих питомцев. Отлично. Отдаем ему два вот таких сильных радужных питомца. Естественно, он их принимает. Это получается уже третий игрок в подряд, который проходит проверку. Круто. Смотрите, он в чате пишет, что спасибо. Он даже не ожидал такого. Я тоже, конечно, не ожидал от него то, что он даст мне таких довольно сильных питомцев. Они, ну, в 1000 или 2000 раз сильнее, чем вот эти. По статам. И он не пожалел их и дал мне. Вот этот, кстати, новый, который появился в обновлении. Это, получается, самый сильный легендарный питомец из Dark Materia. Вот это вот круто. Он не пожалел и получил крутой бонус. Так, давайте. Ага, я даже не успел написать. Мне еще кто-то кидает рейд. В итоге он отклонился. Давайте пишем в чат. Я нуб. Дайте это ПЖ. Ждем, пока кто-то кинет рейд. А, возможно, даже никто и не кинет. Ну, будем ждать. Кстати, я заметил то, что получается, трем игрокам я уже дал питомцев. И все трое были русские, на удивление. Я думал то, что в основном будут кидать рейды американцы, но мой вердикт не оправдался. Вот здесь вот челик продает питомцев по 400 миллионов, которых я даю сейчас бесплатно. Так, и что в итоге? Кинут мне трейд или нет? Получается, у меня осталось, да, два последних питомца. Ему питомца я уже давал, он проверку прошел, ник я его запомнил. Ждем, пока кто-то новый кинет трейд. Так, почему-то он не кидает их, эти трейды. Даже спамит, я бы сказал. Так, он уже понял то, что я людей проверяю. Давайте напишем «да». Возможно, даже он догадался, кто снимает видео. Ну, возможно, увидит себя на ютубе. Посмотрим. Так, давайте еще раз напишем в чат. Я нуб, дайте это ПЖ. Он просится в друзья, но в друзья смысла добавлять нету, потому что это фейковый аккаунт. Я все равно потом играть на нем не буду. Так что смысла нету. Ну, пока что никто не кидает. Вот, отлично, кто-то кинул. Принимаем. Так, и что в итоге, даст питомец или нет? Давайте посмотрим. Да ладно, если он сейчас примет, я офигею. Это еще лучше, ну относительно еще лучше питомцы, которых мне дал предыдущий игрок. Да, отлично, он мне их дал, все четко. А, значит, даем сейчас ему вот этих два последних питомца. Он тоже прошел проверку. Кстати, это получается уже четвертый игрок в подряд, который проходит проверку. То есть все, кто мне до этого кидал трейды, они сразу принимали. Они его не отклоняли. И это очень круто. Так, давайте сейчас я опять ник посмотрю, а то забыл. Что-то забываю ники, ну ладно. Сейчас быстренько посмотрим и отдадим ему
два последних радужных питомца. Все, увидел ник. Надеюсь, он еще не вышел. Да, он еще не вышел. Ага, он уже с кем-то трейдится. Ну ладно, давайте подождем. Потому что все-таки подарок нужно ему отдать. То, что он мне дал своих питомцев. Так, и отдаем последние два питомца. Надеюсь, он примет. Не откажется. Да, все отлично, принял. Это хорошо. Ну вот такое видео получилось сегодня. Проверили, получается, 4 игрока. И все 4 игрока в подряд прошли проверку. То есть, мы даже не смогли найти того, кто в итоге отклонил трейд и больше его не кидал. Хотя я был уверен, что я буду получать довольно крутых питомцев очень-очень долго. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.